Отже, нарешті ми сьогодні будемо говорити вже про творчість. Про творчість. Василю, а що ти думаєш про хорове мистецтво? Ну, взагалі, то я тобі скажу, що цей вид мистецтва займає окрему нішу взагалі в мистецтві і в вокальному мистецтві. Це дуже серйозна справа. От як маємо... То, що там тілі-тілі, тралі-галі. Вибач, якщо от ми маємо як оперний театр, так, драматичний театр, просто є театральний колектив, і є окремий, як то кажуть, осередок, це хор. Або він працює у театру опери, так, або він працює окремо, але це такий організм, я тобі скажу, який треба, як то камертоном його треба налаштовувати. І не тільки камертоном, щоб хор співав весь як треба. А от зараз у нас у студії такий живий камертон, я можу так сказати, за декілька хвилин спілкування, вже маса емоцій. У нас у студії художній керівник Народного жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних Миколаївського державного вищого училища культури Тетяна Островська. Доброго вам ранку. Вітаю вас в нашій студії. Коледжу культури. Коледжу культури. Ми раді вас бачити в нашій студії і чекаємо на таке позитивне спілкування. Тема звучить урочисто – розвиток хорового мистецтва в Україні і в Миколаєві. Але я бачу, що у вас власний досвід переповнює. Ви нещодавно повернулися з мандрівки, дуже вдалої мандрівки. Де ви були, що бачили і як виступили? І як співалося? Як махалося? Махалось прекрасно. Наш колектив, он один із лучших женських хорових колективів нашої країни. В этом году коллективу исполняется 40 лет со дня основания. Вот. И план минимум на этот год – это был отчетный концерт, посвященный 40-летию. План максимум, конечно, хотелось выехать на профессиональный конкурс. В нашей ситуации мы не являемся профессионалами по составу, потому что часть у нас поет студентов колледжа культуры, которые за небольшое количество времени все-таки успевают дорасти до того уровня, с которым мы можем соревноваться с высокопрофессиональными коллективами со всего мира. Вот. Очень боялась этого конкурса «Город Марктебердорф», конкурс статусный. Насправді, туда отбирают только... Спробуй вымовить это слово. Только high-level choirs, то есть 15 хоров со всего мира прошли кастинг на участие в этом мероприятии. Это были хоры из Индонезии, два хора из Америки, один Нью-Йорк, другой Орегонский университет. Это была Южная Корея, это была Куба шикарная, это была Рига, это была Эстония, это была Швейцария. В общем, огромное количество хоров и такого профессионального уровня, что люди сидят на зарплатах, их там держава там самолетом отправляет, у них там костюмы на каждый номер. Вот. И, конечно, уровень исполнительский каждого отдельного взятого на хориста, он очень высок. Как вот. Ваш уровень вы можете оценить? В нашей ситуации, учитывая давнюю историю коллектива, у нас есть очень серьезные, очень глубокие традиции исполнения современной хоровой музыки. Это как духовная современная хоровая музыка, это может быть фольклор. Очень хорошо пошла национальная эклектика. Вот в этот раз в Германии мы используем не только академический вокал, но и аутентичное народное звучание в своих композициях. Это конкурс, популярной музыки практически не пели, у нас там один кавер есть на Адель с виолончелью, вот только его, потому что статус этого коллектива, их не удивишь никакими, ни джазами, им интересна наша национальная культура, современная, потому что конкурс, в общем-то, современной музыки, по большому счету. Да, там есть рамки, нужно спеть в одном раунде произведение эпохи барокко, произведение эпохи романтизма, обязательное произведение мы исполняли, Люс Упас, это композитор, родившийся в Марктебердорфе, но живет он, судя по всему, в Испании, потому что текст песен был на испанском языке. Текст песни, это не песня, это произведение. Вот вы сказали, что хор – это обязательно часть чего-то. То в нашем случае… Нет, я не обязательно, что это может быть, если это театр – это одно, если это все равно это один единый организм. В нашем случае, да, это такая структура самобытная, потому что мы поем как инструментальную фактуру, так и вокальную фактуру. Плюс, вот мне говорят, вот смешанный хор, да, там есть диапазон внизу, а у вас женский хор. Женский хор – это совершенно уникально, потому что у нас альты поют в баритоновой тесситуре, а сопрано работает по таким верхушкам, по таким высоким нотам. Контральто на разных... присутствует. Вот. А красивый баритональный дискант. Да, где-то так. Вот. И поэтому саунд очень специфический, очень необычный. И, конечно, это искусство очень тонкое, потому что звучит все. Звучит умение каждого отдельного певца, звучит желание сотрудничать, звучит желание совместно что-либо донести. И, конечно, внутренний мир, энергия.
энергетика каждого отдельного взятого человека, это все в совокупности дает вот ту эмоцию, которую получает зритель. Вот про результат цього виступу ми трошечки згодом, а зараз давайте подивимося сюжет про історію цього колективу. Дев'ятсот року Світлана Фоміних переїхала до міста Миколаєва на роботу до Миколаївського культурно-освітнього училища, яке тоді потребувало педагогів. Працювала хормейстером, викладала хорові дисципліни та очолювала дитячий хор при будинку культури імені 40-річчя жовтня. Колеги захоплювалися її талантом та прагненням до творчості. Сьогодні обов'язки диригента хору виконує Тетяна Островська, учениця Світлани Григорівни. У складі хору 40 учасниць різноманітних професій. Серед них є викладачі, студенти, працівники будинків культури міста Миколаєва. Репертуар хору різноманітний. Особливе місце у творчості колективу посідає українська сучасна музика, а також твори російських, грузинських, вірменських та багатьох інших зарубіжних композиторів, а ще слов'янська духовна музика. Особливістю виконавської манери хору є театралізація хорових творів, а також використання різноманітної атрибутики та світлових ефектів. Нещодавно хор став призером 14-го міжнародного конкурсу камерних хорових колективів, який проходив з 22 по 27 травня в Німеччині. Колектив блискуче виступив і отримав почесне друге місце в категорії жіночих камерних хорових колективів та спеціальний приз за краще автентичне звучання хору в творі Віктора Мущеля «Чорний квадрат». Виступ миколаївського колективу дійсно став відкриттям для визнаних експертів світової хорової музики у складі журі, організаторів конкурсу та шанувальників хорового мистецтва. Отже, ми можемо вас вітати з другим місцем на такому престижному конкурсі. Це перемога, це успіх. Да, Витаємо. Это для нас успех, потому что на уровне с профессиональными коллективами было очень сложно. Но мы взяли креативом, взяли фанатизмом, конечно же, и взяли крайне разнообразным репертуаром. Я так зрозуміла, у вас був і спеціальний приз. За що? Розшифруйте нам таку назву спеціального призу. The most authentic sound, то есть самое лучшее аутентическое звучание. То есть мы пели произведение Мущеля, и там... Ну, это наша фишечка, в общем-то, он широко использует звуки различных животных. И поэтому, конечно, нам это удалось, плюс вам мы удалось не в автентике... ноты, в ноты потраплять и брать какие-то октавы. Это само собой, а ще да. И звуки природы да, освоивать. И в том числе звуки войны. То есть сегодня мы обычно в этом произведении делаю накладку, но там это было запрещено, все только лифт, все только живое. Вот. И, как ни странно, удалось это женским голосом, это все, и взрывы все, наверное, потому что наболело, вот, и действительно мы очень зацепили зрителя максимально приближенным и реалистичным звучанием. Вот как есть реклама Honda, когда хор исполняет звучание мотора. Да, успешный состав, там мужики. А мы делали самолеты, мы делали взрывы, мы делали выстрелы, как бы, и без всякой техники, кроме звуков природы, там типа там курицы, вороны, там птички и так далее. Скажи, будь ласка, а як вам довелося діставатися цього конкурсу? Хто вам допомагав? Чи самі? Ну, в этом году было крайне сложно, но мы очень благодарны губернатору Вадиму Мерикову и Оксане Янишевской, с чьей как бы доброй воли отозвался замечательный человек Николай Васильевич Капацина и помог нам с транспортом. Вот. И, конечно, очень хочется верить, что в нашей стране все наладится, и средства будут находиться не только на, грубо говоря, армию, но и на культуру, потому что мир придет изнутри, а мир – это внутренняя культура, это культура каждого отдельно взятого человека. Вот. И мы стараемся бороться на этой почве, бороться за внутренний мир в каждом человеке. Кстати, тема конкурса была «Мир». Ну, вот. И обязательно мы включали произведения, посвященные миру. И каждый хор исполнял нечто на эту тематику обязательно. Потому что лучше плохой мир, чем хорошая война. Дякую вам. Золоті слова. Скажіть, будь ласка, як ви готувалися до цього конкурсу?
дістатися і виграти – це великі потужні справи. А підготовка – це тяжка річ, щоденна, буденна. На те ежедневні репетиції, ну, слава Богу, у нас хоч люди уставші, люди подавлені, но ідея. Понимаете, ми поїхали за границю, ми ж не туристи, поїхали купити дешеві сувеніри і поглазіть по сторонам. Вот, китайські сувеніри. Ми приїхали презентувати себе, ми приїхали презентувати своє уміння і своє іскусство. І нам було дуже приємно. Ми їдемо не з пустими руками, ми їдемо з наповненням. Ми давали той продукт, якого там, в общем-то, були прекрасні різні колективи. Але ми преподносили таким образом, що люди приходили, говорять, ми слышим вокруг вас не тільки музику, ми слышим космос, який вокруг вас. Ну вот. И Як сегодня я досягнути з цього відчуття космосу навколо вас. Это большой труд. Это очень сложно и очень грустно эта тема, потому что нам крайне сложно эти все нюансы даются, потому что очень многие идеи не реализованы за счёт отсутствия минимальных ресурсов для этого. Ну вот. Это отдельная история, и сегодня, конечно, не хотелось бы о этом говорить, потому что мы вернулись из поездки вдохновлённые, мотивированные. Это очень важно. Сегодня в Кирхе в 5 часов вечера состоится концерт. Мы приглашаем всех горожан. Это будет как бы отчет о поездке. Название кодовое Just Music, только музыка. То есть в Кирхе нет ни ресурсов, ни возможности давать там какую-либо театрализацию, поэтому мы споем просто очень много современной, сложной и духовной, и народной украинской музыки, и будем петь украинских композиторов в первую очередь, потому что это плеяда на 40-летие коллектива. Я обязательно окунусь в этот мир. Очень хочется донести до зрителя те достижения нашей культуры, которые сегодня есть. К сожалению, пропаганда масс-маркет культуры, она везде идет. А нужно окунуть зрителя, потому что уникальный совершенно мир, уникальные люди, уникальная музыка. И об этом мы, конечно же, поговорим 6 ноября в дворце, областном дворце культуры, вот, где состоится наш концерт, посвященный большой концерт 40-летию. Зараз я звернуся до наших режиссеров. Якщо можна, ми подивимося фрагмент номеру, якщо він зараз є. Тоді продовжимо розмову. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші творчі плани? Яку музику ще б хотілося реалізовувати? Що хотілося б співати? Над чим працювати? Дуже багато ідей. Ідей багато. Но для того, щоб моя мечта, скажімо так, реалізувалась в планах в цьому колективі, мені потрібен як мінімум каждому микрофончик отдельно сюда, то есть минимум 36 микрофончиков, а стоимость их порядка $1000. Мне нужен пульт цифровой под эти микрофончики с компрессорами, с различными обработками. То есть, чтобы выйти за рамки сегодняшнего, это, ну, и мы бы пели совершенно разную музыку. Это может быть различная стилистика. То есть я не подвязана, я слушаю любую музыку. И джаз, и рок хороший, и хорошую классику, и джаз-рок. Это, ну, огромная плеяда композиторов. И в плане хоровом очень много моментов, которые можно спеть, но их нужно правильно вызвучивать. Вот. И мы часто сталкиваемся либо с отсутствием адекватной подзвучки, либо с отсутствием реальной акустики. А скажите, востребована сегодня вот ваша работа, работа вашего коллектива? Вот такой вот культ идет совсем другой, вот, о чем вы упоминали. Ну, понимаете, вот меня тоже спрашивают, вот вы такую музыку сложную поете, кто это понимает? Понимаете, в нашем коллективе у меня нет задачи опуститься до уровня зрителя. У меня есть задача поднять зрителя до своего уровня, потому что вот-вот битва хоров. Я работала на проекте «Шоу номер один». Это, значит, в Каннах купили на бумаге, грубо говоря, проект вот этой битвы хоров. И впервые реализовав в Украине как «Шоу номер один», перепродали по заграницам, оно вернулось, потом другой канал перекупил. Это бизнес. И вот продукт, который выдает битва хоров, это хороший уровень сельского клуба. То есть хор минус совочка, а для реализации надо 4 нормальных бэк-вокалиста загнать в студию, все прописать, тем более телевидение украинское ни одно не в состоянии дать живьем качественно саунд хоровой. Вот. И поэтому, естественно, все прописывается. В прошлом году, когда было 60-летие колледжа, мне говорят, вот сделайте что-то в стиле битв хоров. Я пересмотрела все, думаю, если что, позвоню Рубену Толмачеву, он там работал, мой коллега, и мы хорошо ладим, думаю, возьму там минус, что-то это самое.
Нечего взять, скука смертная. И я взяла и сделала Адель, и мы пели ее живьем, мы пели ее с виолончелью, мы пели ее со светом, со своей театрализацией. И это было намного вкуснее и интереснее, чем большинство из того, что... Ну, я не сдам себе без боя, просто не хотела этот номер брать. Я так розумію, що нам 10 хвилин дуже мало. Нет, конечно. Тож ми будемо сподіватися, що все ж таки знайдуться ці меценати, які зрозуміють, що без мистецтва, без культури в нашій країні добра не буде, не буде миру. Бо мир починається, як ви правильно сказали, з культури і з мистецтва у душі людини. Отже, ми дякуємо вам, що ви до нас завітали. Творчі вам наснаги, миру, творчого щастя та вдачі бажаємо. Спасибо. І нових перемог. Спасибо, до встречи, я надеюсь. Дякуємо вам.